have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Продолжаем сегодня рубать в экзанимум. Суббота. А, да, точно, у меня все калеки. Я только сейчас об этом вспомнил. Хорошо, идемте тогда, начнем с кулачных. Заодно немножечко поговорим за жизнь, как это говорится, да? У меня же один наемник остался. Я забыл про это. Где у нас там кулачный? Вот, поехали. В общем, выходим мы потихонечку с вами... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чё так жестко-то? Есть, укатал. Выходим мы с вами более-менее в высшую лигу, ну, там, на знатоков, на всякого такого. У меня что-то до прошлой, извините, до прошлой серии было столько ощущения, что мы топчемся где-то внизу, 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 и потом такой раз, и оказывается, что мы уже почти что половину арены прошли по скиллам. Ай-яй-яй-яй, ты чё... Ох ты ж, просто уничтожил. Просто уничтожил. Он закинул меня в стан и просто из стана уже не выпускал. Избивал, прям тыкал пальцами, щелкал пальцами и все что угодно. Ну, прошлый бой с моей стороны выиграть было невозможно. Он просто мне не дал возможности акклиматься. То есть... Да, первый удар я, конечно, пропустил, что был мой косяк. Но потом у меня никаких шансов уже не было. Да ну, чувак. Эти танцы при луне. Давай, 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 мочи. Все, есть. Фух. Я даже прям не знаю, что делать. Надо бы, по идее, купить какую-нибудь хорошую кастрюльку, но вроде как нам нужен и хороший наемник. И, в общем, не знаю. Кулачный бой. Пока восстанавливаемся, просто восстанавливаемся. Не-не-не. Да, вот так тебе. В пачку! В пачку ему! Лошади, уходи! Ай-яй-яй-яй! На, нафиг тебя. Ну, это, ну чё так опасно-то? Не надо опасно, не жести. Так, я всё-таки прихожу потихонечку к выводу, что нам нужны какие-то шлемы, потому что там сейчас нас пробивают хедшотами очень сильно. Да успокойся! Ну! Да ну все! Вот такой же бой абсолютнейший. Просто застанили и избили, и все. Нормально. Пойдемте, посмотрим, что у нас есть по шлемам, потому что я думаю, что нам нужно как-то будет прикрывать голову. А, то есть именно сейчас у тебя шлемов нету. Есть двуручничек, кстати. На кого? На знатока? Этот двуручник. На знатока. Он легкий, блин. И стоит столько, сколько у меня нету. Спасибо. Я хочу себе двуручный меч. Я вообще с мечами-то ходил в игре, и мечи мне нравятся, и всякое такое. Идемте, сходим на новичка куда-нибудь. Драка в новичке. Ну, пойдем. Если не протупим, то просто денег золотым. Что тоже было бы неплохо. Клевец. У кого чё? Ого. Так, а можно я не буду в этом участвовать пока что? Я не скрываю, я пришел сюда зарабатывать деньги. Ого, чувак с топориком лютует. Смотрите, уже двоих уложил.
такое тринити творится. Чувака с клевцом завалили. На кого ставим? На топорика? Блин, а... так-то топорик дофига народу уложил. Я его пока что просто отбиваю. А он мне уже успел красного урона нанести. Нет, ёлки! Нафиг тебя. Фух, опасно сейчас было. Вот этот удар топором. Да, он как бы не убил бы меня, но вырубить мог бы вообще запросто. Тварь на знатоке. А, это нужно еще кого-то с собой. Я бы сходил, наверное, на тварь. Я бы сходил, это интересно. О, ладно. Пойдем на зачистку. На знатоке. Я об этом пожалею, да? У меня, по-моему, нет оружия на новичка. А, не, нормально. До свидания. Вот это чуваку неплохо сейчас прилетело. Вот просто красиво прилетело. Два хеда, копья. Это вот прям наш метод. Так, перчаточки тебе, конечно, нужны. Это тебе нужно. Это нужно. Это нужно. Это... Ну-ка. Ну, как бы ладно. Вроде нормально. Такой... Такой кадр. Ну, копьем ему неплохо. По-моему, глаз выколупал. Ты серьезно? Ты с копьем и щитом? Это вообще законно? Блин. Хорош меня избивать. Ай, больно! Больно, блин! На! Фух, мне повезло, что я два раза хорошенько жахнул этой штукой. Но, блин, это было вообще не прикольно. Так, 2, 1, 1.5. Вроде как получше, что ли? Ну, пояс я у тебя тоже заберу. Явно лучше, чем мое. Так, это у тебя есть, перчатки, блуза, ботинки. Ботинки, наверное, получше, да? Ну, хорошо. А поножи, блин, я на поножи не гляну. Че, поножи 2, 1.5. А, ну такие же, все, нормально. Штаны. Тоже такие же. Все, нормально. Поехали дальше. Блин, успел меня покалечить, зараза. Неприятно. О. Человек-топор. На. 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 Блин. Нет! Блин. Ну ладно. Если решать, какой из этих двух ударов пропустить, то, конечно, лучше второй, потому что первый был страшный по голове. Хорошо, что я увернулся. Он все равно собрал с меня чуть-чуть красного. Вот же зараза. Так, ну, в принципе, у тебя собирать, по-моему, нечего. У тебя все то же самое. Поехали дальше. Человек-дубина! Как ты... С первого раза так отхватил-то смачно. Нет! Да блин, я уже видел, что оно летит. Ай-яй-яй-яй-яй, это вот
Четвертый был, это был, по-моему, четвертый, да? Трех мы укатали. Ладно, зато, ну, за, по идее, три выигранных боя, там же экспы должно было неплохо накапать. Я надеюсь, что она продолжает капать. Ну, надеюсь. Денежку-то мы просрали, если что. 7-11, что у нас тут по чайничку? Он за три золотых. Неплохо от режущего. Что, взять, что ли? Давайте возьмем. На кого? На знатока? На знатока. Вот, мы сейчас... Что мы еще можем взять такого интересненького? Что у нас тут? Поножи. Поножи красивые, конечно. Кераса. Пластичный жилет. Тоже на знатока. Не, погодите, давайте шлем приобретем. Оденем нашего чувака. Он все равно сейчас будет лечиться еще, но, по крайней мере, он будет лечиться в шлеме. Та-ра-та-та. Ты у нас знаток или нет? Погодите. 33-й знаток. Все, нормально. У него просто все шмотки с прошлого ранга. Знаток. Отлично. Держи. И что у тебя? Штанцы-то поменять надо. Минуточку. Все, нормально, оделись эти штаны, хорошо. Они у нас на новичка. Эти штаны просто снять нафиг, потому что... Нафиг. Просто сапоги высокие, из-за сапогов я не вижу, какие штаны одеты. Я поэтому психовал пару серий назад. Копье. Можете щит, кстати, дать? А, дружище, что скажешь? Не хочешь? А второй рук... А, у тебя... Стой, не-не-не, не посох, копье. Копье и щит. Давай? Не-не, не хочешь, ладно. Забей тогда. Все, лечись, восстанавливайся. Мы пока что пойдем... Дальше, что ли? Новичка можно в схватку? Или в зачистку? Ну, не знаю, кулачный бой. Давайте на новичка в схватку. Попробуем, как оно пойдет. А, их трое надо, да. Значит, не получится. Знаток, эксперт, мастер. Кандидат, вызов. Ну, кстати, бравлер, кандидат. Нет, идемте тогда в кулачный бой. Немножко еще полечимся. Вот минус играть двумя персонажами. Что их побили, покалечили, и все. Ты отправляешься в кулачки лечиться. Интереснее же, когда есть 3-4 персонажа, которых можно чередовать. Но где-то с вами я согласен, что ну их же одевать еще надо, все дела, это дорого. Поэтому попробуем пока что такую схему. Я не знаю, насколько меня хватит с такой схемой, чтобы у меня было мало персонажей. Я люблю, чтобы у меня был выбор побольше. Ну... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, успокойся! Мы сейчас разменялись или просто мне по морде дали? Это просто мне по морде дали, понятно. Тратим деньги на лечение. Что у тебя еще интересненького есть? Появилась вот такая, кстати, каска. Ну, шлемы пока вот такие стандартные. Вот это интересная, наверное, вещь, да? Бригандина. Покрытие хорошее. От режущего хорошо, вообще от дробящего, от колющего на знатока. Че, может возьмемте? Возьмемте, давайте. Торг. Да, давай торг. Нашего знатока оденем понемножечку. То есть, ну, чтобы он хоть немножко походил на знатока. Так. Чувак, чувак, крылык, курлык. Опа, хорошо. Это вместо вот этого, да, у тебя оделась она? А ты у нас на новичка кераса. Ну, смотрите, вот эта штука довольно плотная. Мне она нравится. Ну, от режущих она точно хорошо защищает. Да и, в принципе, от
дробящих тоже ничего. Неудобства, правда, много, но у меня же качается это ношение брони. Да. Поэтому это не особо должно влиять. Вот эту... Нет, ты шлем держи у себя, а вот эту штуку надо скинуть обратно. И на кого бы на кого бы ее бы одеть? Новичок, далее... Нет, не ты. Вот не ты. Знаток. Новичок. Наверное, вот так сделаем, потому что... А хотя, фиг его, режущий полторушка, дробящий половинка, режущий пол... Все то же самое, только у куртки рукава есть. Блин, ну даже не знаю. Пусть валяется пока что, посмотрим. Мне вот эта двухцветная штука понравилась, так что все нормально. Итак. Новичок у нас восстановился более-менее. Куда можем на него пойти? В дуэль. На новичка мы можем пойти. Давайте посмотрим, что там. Блин. Как ты это сейчас заблокировал? На тебе. А я... Это... Нет! Так, у чувака есть двойной замах. У чувака есть двойной замах. Как у меня вначале такой по голове... Тюк. На, до свидания. Если я это проиграю, я не знаю, что это будет. Потому что я ему уже всю голову в месиво просто превратил. Фух, неплохо. Два хорошеньких хедшота влетело. Там, по-моему, голова просто уже на ниточке телепалась. Так, я есть выиграть, я есть победитель. Хорошо, новичок. Дуэль на новичке, двое на двое. Пойдем еще раз в дуэль. В принципе, это неплохой заработок, если выигрывать. Если выигрывать. Фишка с молотком и щитом. Это у меня вот эта вот наемница не рейд, она у меня изначально так выглядела. Сейчас мы посмотрим, это или у нее сет такой был изначально фиговый, или просто она лошара. Я просто склоняюсь к тому, что это она лошара. Чуваку в подмышку залетело неплохо. Ну или куда-то во внутреннюю часть руки. Да куда ж ты? На! На, до свидания. Ну, как бы он меня смог хорошенько ударить. Но все-таки, да, сет такой себе. Клевец. Ну, хотя выглядит он здраво, а вот по сути... О, зачистка на знатоке. Пойдемте, обкатаем нашего знатока. Как раз этот новый шлемчик. Новое все. Я хочу себе двуручный меч. Смотрите, как он рубит! Ну, у меня просто нет шансов. Прикиньте, есть шансы. Так, ладно. Что у тебя тут было? Блин, такой комплект. Ну, перчатки стопудово. Сапоги... Так, это ты кто у нас? Ты у нас наручи, ты у нас наплечники. Наверное. Так, 3,5. Они такие же лучше, но лучше. Шлем. 2,5. Два... Такой же. Ладно, одену как трофейный. Кираса. 4, 2, 3. Так-то моя бригандина получше-то будет. Наверное, я разве что сапоги и поножи поменяю, потому что они прям хорошо выглядят. Ну, получше, чем просто мои рыбацкие сапоги вот эти высокие. Да, с сапогами надо что-то делать. У меня ноги вообще открыты. Вот такие поножи, это хотя бы что-то.
Так, нет, что мне на самом деле интересно, вот этот вот меч. Смотрите, он не очень тяжелый. Двуручный меч. Он немножко тяжелый, слегка изогнутый, со слегка изогнутым лезвием. Режущий 3,5. Баланс хороший, импульс хороший. Я хочу попробовать с ним походить. Он выглядит очень прикольно. Если что, может быть, я просто себе буду такой же брать. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, этот меч просто офигительный. Огонь! Ну да, я попропускал немножко, мой косяк, но, блин, какой меч! Двуручный меч с изогнутой концовкой. Чувак пытается в меня тыкать. В принципе, понятно. У него меч покороче немножечко. Ай. Ай-яй-яй-яй. Не делай этого. Он меня на скорости обходит. Ну... Тут он меня перебодал чисто по хитпоинтам, потому что я пришел уже с половиной жизни к нему. Я хочу такой меч, его надо срочно купить. Я понимаю, что у меня нет денег сейчас на него. Я думаю, он будет стоить очень дорого, потому что оружие классное. Вот он, вот его и продают. 8 Карл! А этот? И этот 8. Да, в общем, все, я понял цель моего... Цель, к чему я сейчас стремлюсь. Мне нужен двуручный меч. Очень хорошая вещь, блин, очень крутая. Может, мне просто так повезло, но я заценил. Мне нужен... качественный хед. Блин, по горбу прилетело. Это опасно. Вот эта оружка, она очень опасная. Я лучше вот так вот микроударами буду убивать, ну его нафиг. Ну, конечно, приятно, когда прилетает хороший смачный хедшот, но если не получается, то хотя бы вот микроударами. Зачистка, новички, пойдемте, пойдемте. Мне почему-то срочно понадобилось 8 золотых. Ай! Ай-яй-яй-яй! Блин, хорошо хоть не сильно прилетело-то. Да, блин, не сильно говорю! Да первый бой ты чё делаешь? На, сдохни, тварь. Пол хпшки вообще в никуда. 1,5. Ну, получше будет, ладно. Давайте так. Наруч, естественно, я беру. Перчатки беру, у меня их все равно нету ни тех, ни других. Наплечники тоже беру. Блин, да, наплечников у меня нету. Ну и... наколенники. Все, чувак, договорились. Гамбизон. А гамбизон мы на что меняем? Он по половинке маленький, но на что мы его меняем? На рубашку, да, конечно, меняем. Все, держи. Держи. Дарю. Дальше. Поехали. Ну, практически
такой же соперник, гляньте. Дробящее тяжелое оружие и щит. Да! Ай, по почкам-то зачем? Ёлки! Вот это было... Блин, как бы избили. Если что, прям... Прямым текстом говорю, избили. Чё, в кулачку? Чё у нас на знатоке есть? На знатоке есть вызов, на знатоке есть драка. Пойдемте в драку. Ну так, на минуточку. Посмотрим на это побоище. У кого какое оружие там? Топорики, моргенштерны, меч. Один отъехал. Второй отъехал. Ну, по сути, длинного оружия ни у кого нет, щитов... А, нет, щиту одного есть. Забейте чувака со щитом, пожалуйста. Забейте чувака со щитом, мне что-то они перестали нравиться. Не то, чтобы они когда-то нравились, просто в этот раз окончательно перестали нравиться. Уйди! Чуваку просто в купол прилетело! Ты не офигел? Не офигел! Да, надо защищать руки. Да, до свидания. Надо защищать руки и надо защищать... ну, то есть по рукам очень часто прилетает. И я часто всяких чуваков по рукам фигарю. И мне тоже в руки часто прилетает. Нужны какие-то нарукавники или черт знает что. Ладно, идем в кулачный. Надо подлечиться. Не зажимаем, дружище. Ну ты чё? Я сейчас отъеду. Ну да, тут было... Ай, тут было бесполезно. Жаль. Я очень сожалею. Мне очень жраль. Кулачная, да, идем. Там сумма не особо-то важна. Мне нужно просто восстановить моих ребят. По сути, единственный режим, в котором мы до сих пор не участвовали, это... животное, зачистка зверя. Ну, то есть убийство зверя. Ну вот, видите, тут, короче, чувак просто такой, а, ну ладно. Кулачный на неумехах. Да, идемте, идемте. Нам надо лечиться. Почему? Я же вроде как ему одевал вот эти вот... боксерские перчатки-то. Почему он их не носит? Ну, что мне интересно. Или это каждый раз заново их надо одевать? Или... Ну, на самом деле, вот это интерфейс с вещами, он, в принципе, не вызывает никаких проблем, но иногда у меня бывает недоумение, почему так-то или так-то оно работает. Хотя чаще всего мои недоумения связаны с моим же незнанием предмета. Как с теми же штанами. Я искал, почему штаны не одевают. Они просто под сапоги одеваются. Я не думал, что сапоги такие высокие. Или помните, как я пытался шлем на новичка одеть на этого, на неумеху? Потому что я думал, что новичок это крайняя степень, нижняя. Блин, я заболтался. А чувака надо убивать тем временем. Дал ему настучать себе по башке. Кто у нас там подлечился? Подлечился у нас знаток. Вот на знатоке мы сейчас, наверное... Не пойдем никуда. Есть дуэль на новичках? Пойдемте знатоком на новичка, да? У нас есть там, по-моему, оружие, все дела. Сходим. Да что вы мне сегодня...
чуваков-то даете со щитами всех. Вот, кстати, с кинжалом и щитом. Это такой билд, я пробовал. Но у меня он не так хорошо зашел. Смотрите, пол хп моментально. Я его, по-моему, еще даже не ударил. Опа, до свидания. 1-1. Туше. Ай. Да отпусти меня. Он специально входит в клинч со мной. На, до свидания. Ну, то есть, тут свинья. Просто свинья. Потому что, ну, проиграть проиграл. Мне опять этого игрока лечить теперь сколько времени. А-а-а, бесит. Новичок, новичок. Схватка. Схватка это на троих, да? Да. Вот есть зачистка на знатоке, но я не могу пойти, спасибо, потому что у меня персонаж не восстановлен. Почему здесь не продают лечебные снадобья? Серьезно, они же существуют в игре. Добавьте их в магазин. Блин, я был бы рад на самом деле. Пусть бы они там стоили один золотой или что-то такое. Ой-ой-ой-ой-ой, вломил-то как. Ну все, понятно. Третий добивающий вообще был просто бах. Офигеть. Блин. Чувак просто раскатал. Ладно. Пойдемте на неумех, пофиг. У нас вообще сейчас даже двух золотых нету. То есть купить шлем и обнищать. Блин, наверное, неплохое название для серии. Да не трогай ты меня. Руки помой сначала. Хоп, хоп, хоп. Все сложилось. Все у нас с тобой сложилось. Отлично. Фух. Я даже в магаз не буду заглядывать. Тупо денег нету. Что у нас там по новичкам? Дуэль на новички есть? Пойдемте сходим на вот этого чувака. А у нас вроде как полный, целый, целиковый. Офигеть! Не убил? Это как вообще сейчас было? Чё за читы? Не убил. Ай, восстанавливать его теперь 3 года. Чё это были за читы с Моргенштерном сейчас? Чё это за имбот такой? Смотрите, бах по голове, 2 по голове. Это вообще как? Ёлки-палки. Идемте в драку на знатоке. Офигеть, просто раскатал. Аннигилировал, уничтожил и растворил на молеку. Уйди от меня, нафига я тебе сдался, ты там спокойно махался со своими чуваками. Чертов щитовик, отвали от меня. Но я ему там ехал по чайнику разочек. 2 разочка. 3 разочка. Неужели я кого-то в драке сам смогу убить? Вряд ли. Ребят, помогайте. Вот так, вот так, вот так. Давай, гаси его, гаси. По куполу сзади приехало чуваку. Давай, давай, мочи щитовика. Спасибо. С тобой мне будет попроще, наверное, разобраться. Хотя я не знаю, сколько тебе урона влили, потому что того чувака я вроде бил. А что с тобой, я не знаю. Блин, он выглядит как чайник надутый. Офигеть, офигеть! Есть. Фух, опасно. Хм. Такое побоище прямо. Опа. Ладно, ладно.
Я до сих пор в шоке, как чувак меня уничтожил этим Моргенштерном-то нафиг. Офигеть. Может, кто-то прокачался? Давайте глянем. Жалко, нет никакого оповещения. Ну, кроме этих плюсиков. Плюсики, да, появляются. Но это надо ходить смотреть. Время от времени чекать. У нас есть до сих пор знаток более-менее живой. Драка на знатоке. Ну, блин, это неплохой заработок, если выигрывать. Идемте. Никого не магни к себе, пожалуйста. Смотрите, булава тоже. Ну, я понимаю, что это хорошее оружие, но вот тот бой с Моргенштерном, это было просто что-то. Я не знаю, у чувака какой-то аймбот был. Он такой бах по голове, ну это как так? Нет! Не танкуй корпусом топор, блин! ЁПРСТ! Фух, мне повезло. Вот эта секира, кстати, хороша. Вот топоры уровнем повыше, они прям тоже становятся неплохи. Надо будет глянуть, что да как. Ну, когда деньги появятся. По крайней мере, мы вон хоть чуть-чуть денег заработали. Так. Зачистка на знатоке. С рангом новичок. Идемте. Я об этом пожалею, но идемте. Ох, хорошо. Нет! Да-то-то! Я уже видел, куда это идет. Хорошо, что я заблокировал. Мне тот угол неудобен. Фига ли ты тычешь в меня топором-то? Ёлки-палки! Что со мной сегодня не так? Вот этот бой, вот реально тут я провафлил. Не знаю, что руки кривые. Все, идем лечиться, идем на Бравлера и лечиться. Все, 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 все. В кулачный. Мы обменялись, да? Да, хорош! Но он меня локтем ударил. О, блин, а как локтем, кстати, бить? Это возможно? Или это просто случайно получилось? Было бы на самом деле прикольно, если бы рукопашный бой немножечко прокачивался бы не только там, ну, удары кулаками, а, ну, какие-нибудь приемы. Сегодня уже такое раза 3-4 было. Если вот в кулачном станет, то ты уже больше ничего не можешь сделать. Ау. В подмышку просто убил. А, не знаю, сегодня просто какой-то день невезения. Возможно, я просто уже подустал, не знаю. Нету кулачных, все, забейте. Идемте куда-нибудь на знатоке. На дуэль, например. Идем. Опа. Ай, да что ж, да вы меня все по голове-то сегодня бьете. Что вам моя голова сделала? Норовят то булавой, то топором. Блин, офигеть. Уничтожители просто. Я не могу сказать, что это у меня бронь не выдержит. У чувака новая бронь, которая, в принципе, хорошо держит удар. Это вот что-то со мной сегодня не то. Тварь на новичке. А на тварь нужно тоже 3 человека, да? Да. Видите, мне не хватает наемника. Ну или мне не хватает... Мне не хватает, в принципе, людей, потому что тут есть... вот эти схватки, это на троих...
Не знаю, ладно. Идем в кулачный сюда. То есть на ту же самую тварь я хочу сходить, но мне нужно 3 целых человека. А 3 целых человека у меня практически не бывает, потому что у меня сейчас в принципе 3 человека. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Отступаем. Может, убьем его? Ну, для разнообразия, давай кого-нибудь убьем сегодня. Ну, не убьем, так вырубим. Не знаю. Как-то... На свидание. Ну, по нему оставался этот последний удар уже. Фух. Дыши. Зачистка на новичке, двое на двое на новичке. Идемте вдвое на двое на новичке. Ну, то есть у меня есть баба-неудачник, у меня есть чувак, который не особо сильно покоцанный. Может, что-то и получится. Ёпарасете! Просто двумя шотами в голову. Но она не вытащит. Я вот этого чувака хорошо попал, но она не вытащит. Неплохо. Может, все-таки затащишь, пожалуйста. У тебя есть шансы. Дерись нормально и затащишь, ну. Да! У-ху-ху-ху! Сегодня я в роли этого неудачника, новичка-неудачника. Ладно. Ладно, хоть что-то. Хоть мы не проиграли, спасибо. Ай. У меня слили за 2 удара просто. Я не знаю. Нет, наверное, я сегодня... Давайте еще пару боев подерусь и все. Ну, потому что... Просто какой-то остров невезения. Может быть, я себе купил шлем с магнитом? Слушайте. Тут нет такого? Прикиньте, шлем с магнитом. То есть, у тебя в шлеме встроен магнит, притягивающий к себе топоры, моргенштерны и любая вещь. Как я это выиграл сейчас? Вот смотрите, нормально. В бою не было топора, и я выиграл. В бою не было кувалды, и я выиграл. Шучу, конечно. Блин. Это настолько смешно, что не смешно. Зачистка. Пойдемте. Пойдемте, рискну немножечко. Возможно, зря. Я не спорю. Возможно, зря. Да, отойди! Чувак нас начал кромсать. Ах, нет, нет, нет! Ты сдохнуть не хочешь? У тебя же столько же уже повреждений, сколько и у меня. Да ладно, после такого хеда ты не сдох. Фух, сложился. Но я там дальше без шансов. Фух, страшно. Жить-то страшно, оказывается, ребят. Что там по наплечникам? У меня хорошие наплечники. На ботиночки тебе. Желтые штанцы у чувака. А ты кто? Поножи.
Я заберу, спасибо. Чё по кастрюльке? Ну, примерно такая же. Блин. Щит и меч. Не, я с копьем дальше пойду. Так, меня покусал. Некрасиво. Неплохо. Открылся! Видел, что открылся. Делаем выпады. Блин, мне тоже прилетело. На! Тварина. Что у тебя? У тебя шлем, перчатки, поножи. А, в принципе, все то же самое. Ну-ка, наручи 1,5-2. Та не то. Ну, пожалуй, я бы их одел, кстати. Но эта штука ни в какое сравнение с вот этим не идет. Хорошо. Поехали дальше. С пол хпшкой я дальше не пройду. То есть я не знаю, что мне сейчас нужно делать. Чуваки все бронированы. На быструю победу я сейчас никак не выйду. Тыкнул в меня, тварина! А-а-а! Выпадом! Мне нужен двуручный меч. А как на него заработать, я не знаю. Потому что вот такими вот темпами я просто сливаю дофига. Идем пока в кулачный. Нет, ну два, почти три золотых у нас есть. То есть, по идее, где-то 1,5-2 золотых мы заработали. Но это медленно. Я там собирался 40 золотых зарабатывать. Куда там? Нет, ну прикупили, конечно, шмоточек, это, конечно, приятно, но... Ёлки-палки, и чё теперь? Ладно. Конечно, тут не все дело в удаче, тут еще дело в моем криворучии, но все же будем сходить с того, что сегодня просто такой не самый удачный день, и на следующей серии нам будет вести гораздо больше. Ну, в кулачных-то вроде ничего, хотя в кулачных меня сегодня тоже избивали. Ладно, я думаю, что завершать нужно на победной ноте. Это все-таки была победа, хоть и в кулачном бою. Поэтому давайте на этом на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующей серии. Пойдем пробовать качаться дальше. А пока всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.